Александр Качан вместе с воспитанниками школы Калуга отправляется на тренировочный сбор в Анапу. Больше 20 лет назад на месте этих юных футболистов был Владимир Кисенков. Он пришел на первую тренировку и буквально сразу стал выделяться своей неуступчивостью на поле. Самое большое качество – это упорство и характер. Он был всегда маленький, худенький, но вот в физических единоборствах никому не уступал, вплоть до драки. Вот были такие моменты, что заканчивались такие инциденты, драка, и он меньше всех, худее всех, всегда никому ни в чем не уступал. Вот. Ну и в дальнейшем потом, конечно, вот этот характер и упорство дали свои плоды. Таких голов за свою футбольную карьеру Владимир Кисенков назабивал много. Пушечные удары со штрафных – его фирменный знак. И неважно, кто соперник – «Спартак» или «Зенит». Запомнилось, конечно. Не могу сказать сейчас, как я имею в виду команду «Зенит». Всегда, несмотря на то, что они были всегда фаворитами в любой игре, в любой встрече, не только с нами. Вот, чемпионат России, я имею в виду. Матч, который проходили на Петровском на выезде, все с нетерпением ждали. Владимир Кисенков унаследовал сильный удар у своего детского тренера. Александр Качан долгие годы играл за Калужскую «Зарю» и прививал своим воспитанникам культуру удара со штрафного. Я сам учился. Вот. Наверняка и он учился. Я всегда в своей команде был ответственный за штрафные удары. Ну, само собой, на тренировках. Когда мы были в лагере, я всегда ребятам показывал, как нужно бить. Ну, то, что я, конечно, умею. Несовершенство, но то, что я умею. Ну, и казалось, что они как-то впитывают, воспринимают. Показывал, как нужно голеностоп поднимать, как ногу проводить после мяча, как смотреть на мяч и все такое прочее. Нальчик оставил самый большой след в карьере Владимира Кисенкова. Там он работал под началом гениального тактика Юрия Красножана. За 3 сезона провел 68 матчей, забил 8 мячей. Такой статистикой может похвастаться не каждый защитник. Ну, насчет Красножана, Юрия Анатольевича, очень долгая тема. Могу сказать, что только замечательный человек, отличный тактик, аналитик и тренер. Я думаю, ни для кого не секрет, что из, можно сказать, неизвестных футболистов он выстроил такую команду. Кисенков в 35 лет продолжает выступать за профессиональный футбольный клуб. Своим примером и советами он помогает нашей молодежи двигаться вперед. Да и сам готов забивать гол за команду родного города. Павел Вепринцев, Николай Егоров, Вячеслав Долгопятов, телекомпания «Ника ТВ».